Добрый вечер, уважаемые гости нашего концерта. Сегодня мы предлагаем вам совершить музыкальное путешествие вместе с муниципальным оркестром русских народных инструментов имени Василия Андреева. Тверскому слушателю хорошо знаком этот замечательный коллектив, в состав которого входят лучшие музыканты города. Более 10 лет оркестр ведет огромную просветительскую работу, выступает на самых престижных концертных площадках. Участвует во всероссийских фестивалях исполнительского искусства. Одна из главных творческих задач коллектива – привлечение интереса к родной культуре молодого поколения. В репертуаре оркестра несколько программ для детей дошкольного и младшего школьного возраста, в том числе музыкальные сказки «Бременские музыканты» и «Конек-горбунок». Итак, на сцене оркестр русских народных инструментов имени Андреева, художественный руководитель и главный дирижер Александр Некрасов. Василий Андреев, торжественный полонез. Thank you.
пьеса «Родные просторы», которая только что прозвучала, настоящий музыкальный пейзаж, в котором будто отразилась вся ширь и красота русской природы. А вот совсем другая пьеса. В ней мы слышим, как сквозь снег и пургу по зимней дороге мчатся, звеня бубенцами, кони, запряженные в сани. Георгий Свиридов, «Тройка», из музыкальных иллюстраций к повести Пушкина «Метель». Программу концерта продолжают песни, рожденные под жарким солнцем на юге Италии в Неаполе, между живописным морским заливом, горами и легендарным вулканом Везувием. Песни прозвучат на языке оригинала. На сцене заслуженный артист России, солист оркестра Олег Григорященко. Музыка Биксио, слова Нери. «Поговори со мной о любви, Мария». Музыка Дэнса, слова Валькадоса. «На качелях». Come sei bella, più bella stasera, Mario. Splenda un sorriso di stella nell'occhi tuoi blu. Anche se avverso il destino domani sarà. Oggi ti suono vicino perché sospirar non pensar. Parlami d'amore, Mario. Tutta la mia vita sei tu. Luoghi tuoi belli,
fiamme di suoni scintillano. Dimmi che illusione non è, dimmi che sei tutta per me. Qui sulla torre non soffro più, parlami d'amore mai. So che una bella e maliarda serena sei tu, so che si perde che guarda negli occhi tuoi blu, ma che mi importa se il mondo si burla di me, meglio nel corgo profondo ma sempre con te, sì con te. Parlami d'amore Mariù, tutta la mia vita sei tu. Luoghi dove mi brillano, fiamme di suoni scintillano. Illusione non è, dimmi che sei tutta per me. Qui sono non soffro più, parlami d'amore Mariù. Accende il fuoco, ma se fuggi ti lascia star. E non ti cora preso, non ti struggi a riguardar. Lesti, piano capsula, lesti, piano capsula. Funiculi, funicola, funiculi, funicola. Piano capsula, funiculi, funicola. C'è la sua mandata alla testa già cantata sino in cima e poi tornata è sempre qua. La testa gira gira intorno a te e il cuore canta come il primo giorno di sposa me. Funiculi, funicola, funicoli, funicola. E a un danzola, funicoli, funicola. Funiculi, funicola, funicoli, funicola. E a un danzola, funicoli, funicola. Программа про...
продолжает концерт для домбры с оркестром Анатолия Лоскутова. Солистка – ученица детской школы искусств номер 2 города Твери, стипендиат губернатора Тверской области Дарья Кузнецова, класс преподавателя Ирины Валерьевны Стручковой. Thank you.
Сколько танцев существует на свете, не перечесть. Если только вы не занимаетесь в хореографической студии, то навряд ли вам приходилось когда-нибудь отплясывать польку. А ведь когда-то это был очень популярный, веселый танец с подскоками. Две разных польки прозвучат в продолжении концерта. Мы приглашаем на сцену музыканта, который когда-то учился в этой школе, сдавал экзамены в этом самом зале. С тех пор произошло много событий. Он продолжил свое профессиональное образование в Тверском музыкальном колледже, затем в Московском государственном институте музыки имени Шнитке. Теперь он вновь вернулся в родной город и в настоящее время является артистом оркестра. Итак, на сцене Антон Кузин. Сергей Рахманинов. Итальянская полька. Иоганн Штраус. Полька пиццикато. В переводе с итальянского слово пиццикато означает «щипать». Музыканты будут играть, щипком цепляя струны своих инструментов, и возникнет воздушное, легкое и праздничное звучание. Thank you.
одним из самых эффектных ударных инструментов, которые входят в состав оркестра, по праву считается ксилофон. В точном переводе с греческого языка это слово означает «звучащее дерево». Пластины, по которым музыкант ударяет палочками, действительно деревянные. Ксилофон – инструмент виртуозный, звонкий. Его тембр способен прорезать всю толщину оркестрового звука. Давайте познакомимся с ним поближе. Игорь Корчевой – маленький виртуоз. Солистка, стипендиат губернатора Тверской области Ульяна Булычева. В программе концерта звучат песни в сопровождении оркестра. Поет заслуженный артист России, солист оркестра Олег Григоращенко. Русская народная песня «Ах, Настасья». Русская народная песня «Запрягу я тройку борзых». Ах, Настасья, ты, Настасья, отворяй-ка ворота. Ой, люшеньки, люли-люли, отворяй-ка ворота. Отворяй-ка ворота, принимай-ка молодца. Ой, люшеньки, люли-люли, принимай-ка молодца. Ух ты, Настасья, пляши! Я бы рада творила, буйный ветер в лицо бьет. Ой, люшеньки, люли-люли, буйный ветер в лицо бьет. Буйный ветер в лицо бьет.
частый дождичек сечет. Ой, люшеньки, люли-люли, частый дождичек сечет. Ух ты, Настасья, пляши! Частый дождичек сечет, за головки платок рвет. Ой, люшеньки, люли-люли, за головки платок рвет. Будет ветер в лицо бьет, речи мое сердце врет. Концерта продолжает фантазия на тему тверской народной песни «Горюшка» Артема Белова. Эта пьеса была написана специально для оркестра народных инструментов имени Андреева. Thank you.
Андрей Бызов. Сибирские шуточные припевки «Ваталинка». Солист, почетный работник культуры и искусства Тверской области Михаил Рихмайер. В завершении программы в исполнении оркестра прозвучит концертная пьеса Веры Городовской на тему русской народной песни «Выйду на улицу».
Муниципальный оркестр русских народных инструментов имени Андреева. Дирижер Александр Некрасов. Мы бы хотели поблагодарить людей, которые помогали нам в организации сегодняшнего концерта. Досуговый центр «Истоки» благодарит директора детской школы искусств номер 2 Грицай Наталью Владимировну за помощь в реализации проекта Муниципального оркестра русских народных инструментов имени Василия Васильевича Андреева «Оркестр детям». Познавательная концертная программа «Музыкальный калейдоскоп». Досуговый центр «Истоки» благодарит Стручкову Ирину Валерьевну, преподавателя детской школы искусств номер 2, за подготовку Дарьи Кузнецовой к участию в проекте Муниципального оркестра русских народных инструментов имени Андреева «Оркестр детям». Досуговый центр «Истоки» благодарит Дарью Кузнецову, учащуюся детской школы искусств номер 2, класс преподавателя Стручковой Ирины Валерьевны, за участие в проекте «Оркестр детям». Наш концерт подошел к концу. Мы благодарим вас за внимание и теплый прием. Ждем вас на наших концертах снова!